Здравствуйте, с вами программа «Спецтехника для рыболовов и охотников» и я, Алексей Чернушенко. Сегодня я представляю вашему вниманию новую модель катера от торговой марки «Шупер». Модель называется «Фиеста 5.0». В названии уже читается длина катера, да, он 5-метровый, ширина его 1,80 м. Катер идеально подходит и для прогулок, и для путешествий всей семьей, и для рыбалки. Это универсальный прогулочно-рыболовный катер. Вот такая красавица не так давно сошла со стапелей завода, и сейчас мы познакомимся с этим катером поподробнее. Как вы заметили, двухконсольная компоновка, возможность свободного выхода на нос. Нос просторный, очень удобный. Здесь можно и пассажиров разместить, сколько вам будет необходимо для ваших семейных или дружеских путешествий. Очень удобно отсюда и рыбу ловить, хочешь сидя, хочешь стоя. Большой просторный герметичный рундук, якорный рундук. Все выполнено со специальными отливами, все рундуки сухие. Очень удобно хранить самые разные необходимые нам в путешествиях вещи. Точно так же и под диванами расположены рундуки, поэтому места в катере очень много для хранения самых разнообразных наших вещей, необходимых нам в путешествиях. Нос очень удобный, просторный, можно располагаться и сидя, и стоя, как вам удобно. Переходим в кокпит. Здесь у нас два шикарных кресла, место водителя катера, приборная доска с полным комплексом приборов управления. Обратите внимание, очень небольшой руль, потому что сейчас здесь на этом катере установлено гидравлическое управление мотором, нет никаких тросов, нет никаких необходимостей крутить баранку. Очень легкая и очень управляемая система. Стоят, как и всегда, на всех изделиях компании два аккумулятора, один стартовый, один резервный. Запитываются они по очереди от специального зарядного устройства и точно так же и работают. То есть в случае, если у вас разрядился основной аккумулятор, вы всегда сможете завести мотор и уйти на дополнительном. Встроенная аудиосистема в морском исполнении. Естественно, весь приборный комплекс со всеми необходимыми элементами в виде подсветки, топовых огней, работающей помпы, сигнала. Очень удобная, комфортная техника. Здесь же сзади большой просторный пассажирский диван, под которым точно так же, как вы уже догадываетесь, огромный рундук, в котором можно положить все необходимое. Корма выполнена также с двумя рундуками, которые позволяют хранить и кранцы, и любые другие вещи, которые нам необходимы. Рундуки емкие, глубокие. Лесенка поможет вам купаться и забираться обратно на катер. Оптимальный для этого катера мотор находится в диапазоне от 60 до 100 лошадиных сил в пределе. В данном случае стоит Mercury 100 лошадиных сил. При 100 лошадиных силах катер показал на воде 75 км в час. Это очень и очень, поверьте, приличная скорость. Для нас, рыболовов, несмотря на то, что катер вот в таком шикарном прогулочном исполнении, здесь выполнен нижний рундук, длинный, позволяющий сложенные удилища убрать, скажем так, в подполье и знать, что ты во всеоружии выходишь на рыбалку или в путешествие. Катер оборудован тентом кабриолетного типа, который очень быстро устанавливается. Все, что нужно мне сейчас будет, вот отклеить две липучки, снять чехол и поднять тент. И я уже сижу под зонтом. Опять же, комфортно и удобно. Быстро и просто установив стойки нашего тента кабриолетного типа, я сейчас сниму с него чехольчик. Отлеплю липучки, которые его держат. Поднимаем тент и закрепляем растяжки вот таким образом. Все,
мы с вами защищены от солнца и находимся под тентом кабриолетного типа. Тенты производит точно так же сама компания, поэтому качество, размер, цвет, дизайн материала гарантирован. Точно так же может быть и полный тент для этого катера. Это уже в дополнительных опциях заказывает сам заказчик. Девизом компании «Шупер» является бескомпромиссное качество и учет всевозможных, казалось бы, мелочей, которые и дают то самое впечатление о качестве техники, которая будет радовать вас многие годы. Казалось бы, ну что особенного в покрытии пола может быть? Однако, это специальные коврики, сделанные из покрытия «Моридек», которые не гниет, не боится воды, не будет скользким, даже если сюда будет поступать вода от сверхбольшой волны или еще что-то попадет на пол. При этом коврики отстегиваются, их можно отдельно снять, отнести на берег, элементарно из керхера вымыть и пристегнуть обратно. И катер у вас всегда будет в идеально чистом состоянии. Хорошая техника – это надежная техника и чистая техника. Поэтому все, что остается самому владельцу, это следовать инструкции, содержать свою технику в чистоте и исправности, и вы будете наслаждаться ей многие годы. Еще раз подтверждая фразу, что мелочей в судостроении не бывает, обращаю ваше внимание на, казалось бы, пустяк, но тем не менее, стоит два разъема по 12 вольт, для того, чтобы вы могли подключить любую свою бортовую технику. Стоит отдельный USB разъем для всевозможных ваших гаджетов. И та самая помпа, которая находится в трюме, работает в двух режимах. Как в принудительном, если вы включите кнопку, так и в автоматическом. Если там накопилось более 12 литров воды, помпа включается сама, и вы видите об этом оповещение на приборной доске. Корпус Fiesta изготовлен из высокопрочного стеклопластикового композита. Это не тот самый стеклопластик, который все поминают суи в виде наших непонятно каких российских изделий 50-х годов, которые хлебали воду, трескались, текли и вели себя совершенно безобразным образом. Это наиболее современный материал для судостроения. И все его компоненты, применяемые в изготовлении корпуса, не российского производства. Что касается ходовых и мореходных качеств Fiesta, сконструирована она таким образом, чтобы вы одинаково комфортно чувствовали себя как на волне, так и на спокойной воде. Форштевень здесь морской, режущий волну. Угол килеватости на трансе 14 градусов, что позволяет замечательно ходить как по волне, так и по мелководью. Катер великолепно ведет себя в совершенно различных погодных и волновых условиях, и я думаю, что вы убедитесь в этом, увидев наше видео. Великий авиаконструктор Туполев говорил: «Некрасивый самолет хорошо летать не может». Авиастроение и судостроение имеют очень много общего. И можно смело сказать, некрасивый катер хорошо ходить по воде не будет. А как же приятно увидеть на воде правильно сконструированное, безукоризненно выполненное, красивое судно. Такой катер и на скоростях, и в вираже, и на спокойной воде, и на волне доставляет своему владельцу истинное удовольствие от легкого и послушного управления. Устойчивость, безопасность, надежность, высокая мореходность, комфорт и классический дизайн судов – визитная карточка всей продукции марки «Шупер». И Fiesta 5.0, ставшая новинкой сезона 2016 года, заняла достойное место в модельном ряду продукции компании. В ближайшее время появится еще одна новинка – профессиональный рыболовный катер Angler Pro 5.0, разработанный компанией «Шупер» при активном участии специалистов нашего клуба рыболовных путешествий. В следующих наших передачах мы обязательно уделим этой новинке достойное внимание. А сегодня вновь и вновь любуемся красотой и гармонией универсального прогулочно-рыболовного катера «Fiesta».
Обладая массой в 500 кг и длиной в 5 метров, «Фиеста» прекрасно вписывается в транспортный габарит и может быть перевозима за любым транспортным средством категории «Б». Никаких дополнительных условий вам не потребуется для того, чтобы путешествовать с этим катером по всей России, а может быть и за ее пределами. С вами была передача «Спецтехника для охотников и рыболовов» и я, Алексей Чернушенко. Путешествуйте, будьте здоровы, до встречи на водоемах России!